Привет, друзья! Рад видеть вас на канале Geju Gaming. Продолжаем проходить кончателя. В принципе, прикольная это пока что игрушка, пока меня все устраивает. Почему-то музыки нету в заглавном меню. Но я надеюсь, что она появится... Тесные ловки — это прикрытие для разного рода нелегальщины. Вот это меня особенно интересует. Машина, которая попыталась меня сбить, зарегистрирована по этому адресу. Это все. Это все. Выяснить, кто управляет автомастерской, уйти живым из автомастерской. Так, исходное оружие хорошо, а я разве могу поменять? Могу поменять. У меня есть, это все у меня есть. Да? Да? Нет? Да? Закрыто? Да, нет, все закрыто, все к хренам закрыто. Охренеть, у него арсенал потом будет, конечно. Я не уверен, что мы все это увидим. У меня до сих пор нету... Мясные лавки — это прикрытие для разного рода нелегальщины. Давай повторим, да. У меня нет, машина, к сожалению, эскейпа. Да, мы... игра не поддерживает джойстик, но я симулировал клавиатуру на джойстик, играем с джойстика, но мне не хватило кнопок для эскейпа, сорян. Начать миссию, поехали, не будем тянуть. Итак, 70 с лишним трупов, куча разбитых окон из здания, которое теперь годится только под снос. Вот насчет я окон, сказал, трагедия сожалею. Эпических масштабов. А для вас просто приятный вечер в офисе? Не сильно приятный. Потом вы идете домой, довольны собой, и тут какие-то ублюдки пытаются вас бить. Некоторые не научились уважать человеческую жизнь. Вы запомнили номера АСМ-129, но в полицию не сообщали. Они даже убийц не ловят. Не то что плохих водителей. Но ведь кто-то помог вам отследить номера машины? А это секретик. Итак, вы выяснили, что машина зарегистрирована на автомастерскую на 96-й улице? Да, это то есть... Это автомастерская, в которой занимались краденными машинами. Должен заметить, что адвокаты собственника опровергают это обвинение. Хотя сам собственник среди живых больше не числится. Ну, как сказала, а? Как будто можно было бы сказать, что он просто мертв, да? В Нью-Йорке угоняют 100 машин в день. Большинство из инфа-сотка? Них разбирают за 30 минут в автосервисах. Запчасти невозможно отследить, их продают во все мастерские. Ну, грязное нормально. Дело. Им заправляют подонки. Грязное дело, им заправляют подонки. Нет хуже, чем автограбители. Из красного кабриолета и пристрелили. А. Поэтому я слежу за автосервисами, особенно за этим. Тут убивают по женщине в неделю. Я обнаружил по номерам машины, которая чуть меня не сбила. И подумал, почему бы не зайти. Правильно сделал, пойдем наведаемся. А, вот так вот. Здрасте. Так, ну, мы начнем хреначить, да? Гонщики всегда вместе, как полицейские япончики. Кто? Гонщики и автомастерские? Так, кто из вас хочет еще моей смерти? Ну-ка присядь. А, вы кидаете в меня палки, серьезно? Да, пацаны, судя по всему, лемминги еще и пытаются меня забить палками с расстояния. Так, смотри, вот этого надо убить как-то по-особенному. Погоди, я за тобой еще вернусь. Мне надо сначала Хватит кидать палки! Он нашел оружие. Он наконец-то нашел оружие, но было уже поздно. Слишком много палок кинул этот братишка. Так, на белое пятно надо его отвезти. На белое пятно. Где белое? Братан, ты видишь белое пятно? Это твое особое место для казни. Я просто не вижу. Ты видишь? Я не вижу. Братан, где? Где твое место? Погоди, мне сказали, что когда появляется белый череп, это значит, можно как-то по-особенного чувака допросить. Где? Как? Давай, бочком. Приставным шагом. Так, братан, открыть дверь. Может, там внутри тебя надо допросить? Пацаны, вы заняты? Так, вот того тоже надо по-крутому допросить. А, или допросить это... Погоди, да, я дурак. Это значит, что можно допросить. Так, давай угрожать смертью будем. Иди в жопу и сдохни, говорю. Кто главный, сука? Да я тебя... Мне сказали, надо держать страх в оранжевой зоне, но как только я спустился к оранжевой... На! Это ты?
Да, конечно, я. Конечно, я. Ребята, не волнуйтесь. Бля, это просто Армен из заправки, да? Да, слушай, это просто Армен из заправки. Да погоди ты. Так. Да, конечно, нереально, братан. Это все реально, а не виртуаль. Что случилось? Ты палку в меня кинул? Ты серьезно? Братан, ты какой-то этот спортсмен, я прям не могу. Так. Да ты умрешь сегодня. Кто хреначит мне дробовиком в спину? Совесть есть у тебя? Пацаны, ну чё вы такие злые? Я не понимаю. А, во. Готов. Так, теперь. Ты более сговорчивый, чем твои друганы. Смотри, его тоже нельзя как-то по-особому, да? Можно! Так, нет, надо было искать особое место. Надо было искать. Нет, ты не посмеешь, ты не можешь. Автозапчасти, это все просто, автозапчасти. Я просто раздеваю тачки, они что-то делают. Как это сложно, блин. Пожалуйста, отпусти. Че, распилим ему лицо, нет? Братан, мне придется тебя быстро убить. Свидетелей не оставляю. Я не знаю, как пощадить, если нету кнопки пощадить, поэтому сорямба. Что это такое? Это бутылка. О! Ах, чё, они стреляют, кидают в меня бутылки. Я не могу, что ли? А куда мне надо идти? Это дверь? О, если это дверь, то мы идем в нее. Так. На, сучки, обосрались уже. Так, сука, ну-ка стой. На, сука. Его надо было убивать? Эй, женщина. Не убивай меня. Почему ты здесь работаешь? Что они здесь делают? Это просто работа. О, татушка прикольная. Они людей, угоняют их машины, продают запчасти. А ты ничего не подозреваешь? Найди другую работу. Я закрываю это место. Иначе я вернусь и натяну тебе стринги на голову. Так, сюда нельзя, а сюда можно. А на улицу можно? Все, мое дело здесь сделано. Блин. Ладно. Лестницы! Кусок дерьма. Где моя газировка? Это еще это что? Как... Ты кому сказал, сука? Кусок дерьма! Так, надо по одному разу нажимать всего. Этого достаточно. Уу! Он что, телек в меня захреначил? Бро, ты захреначил в меня телек? А ты разве не сдался, педрило? Мне показалось, что он... А у меня патроны закончились. Так, пацаны, делитесь патронами. У меня патроны закончились. Забирай. Это что такое? Бутылка. Мне бы патроны... О, чуть-чуть патрончиков полутали, замечательно. Так, у меня дробовик, пацаны. Много пуль. Много смертей! Стиви, что же я маме скажу? О, господи, Стиви, сколько тебе лет? Бля, мы убили какого-то Стиви. Ты где? А, нихуя ты какой дерзкий. Все, вы трупанулись все? Так, подожди, надо взять. А почему, интересно, у меня хп не уменьшаются, как будто я Халк, а не каратель? Патроны берутся, если в руках не пистолеты. А почему, если... А, наверное, потому что фулка. Братан, нихуя ты лебедь. А как у меня хпшки пополняются, интересно? Тратятся я... Армен, ты все-таки взялся за оружие. Армен все-таки взялся за оружие. Ему нет прощения больше. Все, это конец. Угон машин мелкий бизнес для Ньючи. Здесь должно быть что-то еще. О, 25. Погоди, это новое оружие. Это новое оружие. Так, поменять пистолет. Давай поменяем пистолет. О! О! Еба, у меня УЗИК теперь! УЗИК у меня есть! О-о-о-о-о! Патроны от УЗИКа есть где-нибудь?
Видимо, нет. Так, а что, мы отсюда валим, получается? Когда происходит слоу-мо смерть, это значит, что мне пора сваливать отсюда. Это что? Это пистолет. А это? Дробовик. Хорошо, ничего хорошего. А УЗИ есть у кого-нибудь? Ни у кого нет УЗИ. Так, а у меня патроны от пистолета зачем? Я могу только два вида оружия с собой носить. Так, мы отсюда валим? Но тут единственная дверь. А, это конец. Это все, это конец. Это не конец. Считай, ты умер, каратель. Это почему это ты так думаешь? Армен, ты еще жив, ты гонишь, что ли? Слушай, УЗИ такой мощный, охренеть можно. Так, а что у вас у всех? У вас у всех... Так, и пистолет. А я могу поменять дробовик на пистолет? Потому что дробовик как-то совсем говнище, честно говоря. Это что, дробовик? Совсем говнище, честно говоря. О, у этого пацанчика УЗИ. Да, слушай, тут пистолет. Бобби мертв. Зайдите попозже. Давай, давай, вылезай. Нихуя ты дерзкий. Кто сдается? Убиваем всех, кто сдается. Так, ладно, я шучу. Мы не убиваем всех, кто сдается. Так, дробовики, дробовики. Так, ты. Я увидел, там есть для тебя особое место. У меня патроны закончились. А откуда у меня дробовик? Это что, УЗИ? Отлично, патроны от УЗИ, это хорошо. Братан. А тот умер в итоге? Он одной рукой перезаряжает. Нихуй. У Шварца набрался, да? Так, патроны, патроны, хорошо. Так. Шел с дороги, сука, я иду казнить твоего друга. Так, подожди, мы идем куда-то слишком далеко. Аппарат был где-то поближе. Я видел какую-то шайтан-машину, которую нужно использовать для... конкретного для этого молодого человека. О, мы приближаемся, братан. Смотри, лучше тебе быстрее рассказать мне все, что мне надо. Иначе... О, иначе минус глаз, братан. Очень странная чувствительность во время таких допросов. Я не хотел этого делать, это было как-то даже слишком жестко. Но ладно, ладно, что было, то было, ничего не поделаешь. А мы можем взять, допустим, два... Погоди, а почему у меня не УЗИ? Не понял. Это какая-то печаль, подожди, у меня должно быть место... Да. Место дробовика у меня должен быть. А, нельзя, походу место дробовика нельзя взять. Хотя написано поменять. Да, он УЗИ меняет на пистолет. Блин, как печально. Как печально. Братан, пойдем, у меня для тебя тоже есть особое местечко. Да? Здесь же. Что-нибудь полезное можешь мне рассказать? Я бы хотел верить, что да, но... Я, походу, научился. Надо маленькими, маленькими резкими движениями. Такой, тау-тау-тау-тау-тау. Что он сказал? Бля, он сказал какой-то пароль, да? Я прослушал все. 3-2-8-7. Ну, я не должен был это запоминать, правда? Так, давай мы тебя... Я не могу больше тебя допрашивать, поэтому умри. Сорян. Так, мы теперь знаем код, правильно? Пацаны, я иду ломать вам лица. Да, ты чё, дерзкий? Так, ну, дробовик, соответственно, работает на близком расстоянии гораздо лучше. Нормал, нормал. Не, ну, каратель, конечно... Конечно, карает просто нещадно. Я не хочу умирать. Я не знаю, мирный он был или не... Мирный он был или нет, но мне сказали, что если я убью мирного, то игра закончится. Но игра, судя по всему, не закончилась, правда? Бро, ну имей совесть. Это коробка. Как-то очень выделяется эта коробка на фоне всего.
Армен, ты чё? Так, ты здесь? Он умер? Ты еще жив! Да, пацаны не сильно... Не все пацаны знают, что такое укрытие. Так, я видел тут еще одного. Бля, слушай, достаточно убогое оружие дробовик. Но я УЗИ просто экономлю пока. Пока у меня есть дробовик, хочу тратить дробовик. Так, ну вот теперь давай нормальное оружие возьмем. Ну-ка, ты где? Ты где? А, это ты! Мне нравится, что каратель, он типа рыбаков. Еба, ему просто плевать. Ему просто плевать. Он идет на пролом, и плевать он на всех хотел. Даже половина здоровья не потратилась. Нормал. Так, ты последний? Это был еще один Армен. Эти клоны Арменов, мне их даже жалко уже. Целое семейство Арменов перебито. Долго мы будем тут перестреливаться, нет? А, он сказал, много трупов, много пулей. Так, Гильермо. А, ты даже не последний, нихуя себе. Все, нет? Закончили? Все. А, так, ну-ка, бляха, иди сюда. Я тебя убью просто. Пук. Опять Армен. Этот был Армен-актер. К сожалению, вот его смерть меня печалит. Как резко музыка поменялась. Это финал? А ты не так уж крут. Тебя порешит, бля! Кто не так уж и крут? Ты чё? Ебать, это же просто тир для карателя. Ладно. Так, у тебя УЗИха. Отдавай мне УЗИху. Это что такое? Пистолеты. Много пистолетов, много дробовиков. Но мне нужно ни то, ни другое. Что мне больше нравится, УЗИ или два пистолета? Все-таки два пистолета, наверное, прикольнее. И гораздо больше у кого есть... Это мне нравится. Больше у кого есть пистолеты, поэтому пойдем с пистолетами. И вообще с двух рук стрелять вообще прикольно. Вообще. Так, это конец, нет? Хули ты орешь? Эй, это он! Сюда, шлюха. Здесь каратель! Иди сюда, шлюха! Шлюху спасли! Охуительно. Все? А, шлюха спасена! Шлюха! Лучше убраться. Все, она даже ничего не ответит. Так, погоди-ка. Так, слышь? Все? Не, ну пистолеты, учитывая, что их два, это очень прикольно. С двух рук можно сразу стрелять. Так, хорошо. Да, патронов от пистолета всегда по максимуму, поэтому... А чё бы и нет. Чё бы их не использовать. Пистолеты, я имею в виду. Сюрприз, мазафака. Добавь существительное и глагол, и получишь предложение. Мы думали, ты умер? Я это уже слышал. Ну давай. Давай, рискни здоровьем. Дука, зачем они здесь? С чем это связано? Я просто выполняю приказы Бобби, Ньючи. Не трогай меня. Поговорим снаружи. Здесь слишком тесно. Нет, пожалуйста. Вот тут посвободнее. А, мне его надо допросить с пристрастием. Скажи, давай. Себе, Ньючи. Дука. Я случайно сказал про Бобби? Я ничего о нем не знаю. Пугай молодого, пугай. Я просто с Бобби иногда говорю, вот и все. Зачем? Почему? Я не делал настолько резко. Блин, ну почему? Я... Все было по чуть-чуть, а потом он взял и сдох просто. Просто сдох. Ну, мы валим отсюда, да? Каратель. Так, убиватель. Пойдем. Подняться или спуститься? Для него это одно и то же. Эй, ты что-нибудь видишь, Томми? Здесь каратель! Томми Вайсо! Слушай, у них какие-то черепушки более
непробиваемые. Вот смотри, у них у всех пистолеты. Типа, удобно. Легко лутать. Ебо! Но полетел-то красиво. Кстати, я тоже так могу на самом деле. Я тоже так могу. Во-во! Да, только с этого толку нет никакого. Я и так неубиваемый и непробиваемый. Не, мне настолько просто неудобно наводиться с джойстика, эмулированной клавиатурой, что я в принципе доволен, что меня настолько медленно убивают. Пуп. Так. О! Здорово, ребята! Погоди, да я этого убью. Слушай, Ахмед, ебать ты. Это от стены отрикошетило ему в голову, если что. Вы еще не закончились, пацаны? Не иссякли? Так, вижу пацана. Не вижу больше пацана. Так. Все? Не все. Покаратель. Кончатель, я бы даже сказал. Да вы сдохнете сегодня, нет? Это мои слова. Так, ну-ка, стой. Сюда надо? Сюда надо, слушай. А наверх? Я еще наверх могу. Как будто наверху что-то можно сделать. Или куда-то можно выйти. Ну, вообще, куда-то можно выйти, конечно. Но я не уверен, что этот мне сюда надо. Кран может пригодиться. Кран может пригодиться. А вот ты нет. Нормал. Еба, ты чё такой? Йоу, погоди, вот это уже не весело. Это уже не весело. А я могу ему как-нибудь ляжку отстрелить, нет? Нет, вообще никак, ничего. Шермен меня идет убивать. Я сейчас сдохну. Подожди, у меня есть... О, берсерк режим у меня есть. Хренач верхнего. Я попал? Я не попадаю. Я попадаю или нет? Я не понимаю. Так, а ты что, отошел от пулемета? Да подожди ты, я не понимаю. Надо сначала с наземными разобраться, потом уже бить тех, кто сверху. Так, слышь? Ладно. Ладно. Еще. Да господи, как же вы заебали. Не, ну слушай, трупов действительно очень много. Не шути, так, этот не захотел стоять больше за... Отлично, он был последний. Ебо, прям подсветили. Фуф, охренеть. Не, ну их было слишком много. Это точило для меня. Забрать машину. Или забраться в машину было. Карл Дука был всего лишь маленькой пиявкой в пруду Ньючи. Но крах этого дела сильно повредит финансам Ньючи. И окончательно взбесит Ма. Хуючи. Я удался. Вообще понятия не имею, о чем он говорит. Ничего из этого я не понимаю. Просто не понимаю. Любимое оружие кольт. Ну, собственно, как и в первый раз, наверное. Да? Усложнить задачу. Не понял. Так, ну, в любом случае, это должно было нам открыть третий уровень. Я предполагаю, что он будет не меньше. Поэтому, чтобы у нас не был... Да, новый уровень открылся Бар Лаки. Барлаки, короче. Вот. Да, чтобы у нас часовые ролики не были, мы лучше сделаем их покороче, по миссии за один ролик. Так что пока что мы на этом остановимся. Спасибо большое, друзья, что досмотрели ролик до конца. Плейлист с... как его там? Кончателем. В описании под видео, там же остальные игры. Если ролик вам понравился, ставьте комментарий, пишите лайки, подписывайтесь на канал и на телеграм. Залетайте на стримы и увидимся совсем скоро в следующем видео.